Очередной вторник, друзья, очередной рыночек. Здорово. И птицы поют, и прелесть, и холодно. И мы идем на работу, и время 7 часов. На носу без 15. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня у нас на ужин вот такая интересная пицца, друзья. Она, конечно, не очень красивая, тем более еще Санди отрезал кусочек. Ну вот, здесь у нас шинка, как свиная такая колбаска, ветчина, ананасы, грибочки шиитаки, томатная паста и веганский сыр. Кто ужинает, обедает, завтракает, всем приятного аппетита. Ой, друзья, уже рассвет начинается, ближе к 7. Это мы на работу опять, на работу. Опаздываем. О боже ж ты мой. О, шнель махен, шнель. Битте. Guten Morgen! Какой рассвет шикарный, посмотрите-ка! Ой, прелесть какая! Посмотрите-ка! Какая красотища! Крокусы! Прелесть. Погодка серенькая. При солнечной погоде это было бы, конечно, намного красивее, но вот так. Прелесть. Итак, друзья, что же делает Санди? Санди будет сейчас запекать пастернак. Пастернак запекать. А потом готовить из него суп пастернаковый, суп-пюре. Yeah, soup puree, yeah? You like to call it that? Sorry? If you want to call it soup puree? Yes. I want soup puree. Пастернак испекся. Вот до такого состояния он испекся. Санди его выключил. А тут еще варится лук-порей и крутоны. У меня сломалась также лопатка, только этого же... Было две. В общем, это для салата, да? Такая, как ложка и вот такая. Such a gorilla. I did say, my lovely. Так, ладно, варим суп дальше. Вот такой вот суп-пюре, друзья. Очень густой, но это по-английски. Они делают густой суп и греночки к супу. Всем приятного аппетита. Друзья, хочу обратить ваше внимание, как красиво засох букет, который был подарен мне на День Святого Валентина. Посмотрите, розы просто прелесть. И мне жалко его выкинуть. Он действительно красив. Я еще подожду, не буду выкидывать. Как считаете? Напишите в комментариях, стоит выкинуть или еще можно подождать. Hello, друзья! Всем привет! Hello. Мы идем на ужин в ресторанчик в замке, в котором мы уже проводили бранч. Так, главное не свалиться с лестницы. Нам идти 3 минуты до этого замка от дома. Мы сегодня зарезервировали, Санди зарезервировал место, пока мы работали. Вернее, пока я работала... Ой, Санди... Санди убежал, а я с вами заговорилась. Вот. И идем, короче, на ужин. Если будет что-то интересное, я обязательно покажу вам. Всем хорошего вечерочка тоже. О. Вот наш маленький замочек. Хорошенький. Миленький такой. И вот мы сюда идем на ужин. Красивое окно.
Он работает до 11 часов, друзья. Этот ресторан. Шпаргель бранч. А, сейчас спаржа созрела. И у них шпаргель бранчи. Так, окей. Ой, цветы красивые. А здесь можно сидеть. Такое хорошее местечко с бокальчиками. Сколько всего вкусного. А, окей. Заказали мы, друзья, наши ужин и ждем. Какая обстановка домашняя, уютная. Так, принесли нам на закуску. You can eat my lovely, don't talk. Лосось, семга, салат, хлебушек, маслица, линдан. Das ist jetzt erst die Hälfte. Das andere Stück Fleisch steht noch unter der Wärmebrücke und das bringe ich Ihnen in 8 Minuten. Okay. Ja, aber die anderen Beilagen kommen wir sofort. Ja, okay. Danke. It is only I become one meat more. One piece of meat more. Ah, okay. Mm-hmm. Краснокочанная капуста. Принесли мне еще один кусок мяса, а мы уже закончили. Возьмем его домой, решили. Наелись. Потолок красиво разрисован. Друзья, я поднялась в туалет. Посмотрите, здесь какая. Фу, красотища. Самый настоящий замок. Вот это да. Зеркало шикарное. Все шикарное. Здесь дамы, там херы. Дамы, херы. Так, ну все. Пойдемте домой. И там заказные вечериночки от зала на втором этаже и заказные завтраки. Смотрите, какая картина огромная на стене, вообще обалдеть. Какая красотища. Друзья, а, Санди тут. Иста. А, да, уже к Пасхе подготовились. Зайца, я не заметила, когда мы зашли-то. Цветы, зайцы и павлины. Так, ладно. Там как много народу сидит. So many people, yeah? Мне нравится вот это очень удобненькие такие скамеечки для тех, кто курит. Друзья. Так, ладно. Это мы вот вышли. А вот там, вот прямо вот туда, посмотрите, вот это наш дом. Протёрла камеру,
Иногда начинаю снимать, и камера почему-то не очень выглядит. Ой, посмотрите, какая прелесть. Так, ладно, все, идем домой, спим. Спим. Идем, да, реально, мы мечтаем прийти домой и завалиться спать. Потому что времени уже 10 часов. И мы уставшие, мы после работы. И завтра у нас планы, друзья. А какие? Об этом, конечно же, вы узнаете завтра. Вернее, в следующем видео. Может быть, не завтра, может быть, послезавтра. О, слышите, друзья, там русскоговорящие украинские беженцы. Ukrainian. Yeah, but I didn't want your video, and then we get them to come upset. А, я understand. Санди мне сказал, перестань пока снимать, пока их проходим. Пьяненьких украинских беженцев, бедных. Так, ну ладно. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы. Свое мнение можете высказать. А? No? Why? You did not take. What's lots of them? You have yours? Yes. Good. Санди забыл. Санди забыл ключи. Хорошо, что я не забыла. Ah, they are not at home, I think, yeah? You see? И соседи наши не дома. А так бы остались на улице ночевать. Фу, друзья, слава богу, у меня ключ. Окей. Всем спокойной ночи. До встречи в следующем видео. Пока-пока. My lovely. Пока-пока.